Среди тех сокровищ, которые хранятся в моем ларце, есть одно, которое, по сути, является ларцом в ларце. Это «Тени для век» — сказочный ларец. Первое, что необходимо помнить, это правильное нанесение светлых и темных оттенков. Нанесите светлый оттенок на подвижную часть века. Всегда наносите тени от краев к центру век аккуратными равномерными штрихами. Теперь необходимо определить, близко или далеко расположены у вас глаза и насколько они большие. Благодаря этому можно придать взгляду объем с помощью темного оттенка или, наоборот, уменьшить его с помощью светлых тонов. Для этого нанесите тени, двигаясь от центра к краю века равномерными штрихами снизу вверх.